Я надеюсь, запись пошла, и всем снова привет с того же места. Продолжаем запись. Всех приветствую на нашем канале Old School Games. Не перебивай меня, падла. Я прошел эту миссию. Ну как прошел, еще не закончили. Но я надеюсь, я сейчас доберусь до своей базы. Был выброс, и все фантомы снова ресентнулись. Народ, кто наблюдает за моим похождением в VR, прошу, подписывайтесь, ставьте лайки, не стесняйтесь. Так, что нам нужно? Нужно донести вот этот кейс до места. А, кто? Да, выброс был. Вон они, все эти фантомы. Юшкин кот. Неожиданно было. А вы что думаете, у меня оружия нету, что ли? Падлы. Сейчас будет пик бадабум. Да, это еще не... Так. Блин, у меня винтовка для ближнего боя. Там еще слева будет, скорее всего, чел. Придется, наверное. Нету его, да? Ну, вон они все ходят. Они, короче, ребутнулись, так скажем. Привет, мужик. Я, честно говоря, не знаю, что у меня сейчас на пути будет. Но все это в руках придется нести, потому что я там в рюкзаке прихватил еще одну винтовку на продажу. И мне очень тяжело. О, фигушки. Умри, падла. Вот такие фантомчики. А чё я его не убил с первого раза? Блин. Что это? Так, ладно. Давайте сразу перезарядим. Чтобы быть готовым к таким событиям. Потому что сейчас... Сейчас они агрессивные. Так, что я? Как один выстрел всего у меня здесь? Блин, я дурак. Мне надо взять вот эту винтовку. Эту. В смысле? Так, где он? Иди сюда. Этот положить сзади. А сколько я могу винтовку положить сзади? Только одну. Ну, то есть с этого будет стрелять поприкольнее, блин. Ну, в смысле, не надо перезаряжать, короче. Я могу как Рэмбо. Ага. Да, пишите комментарии, может, что я не так делаю, или что-то такое, там, какие-то лайфхаки для этого дела. Но, честно говоря, я не профессионал в игре в VR. И такой любитель, я скажу. Блин, финский. Чё-то ни хрена не получается попасть. Где этот прицел-то, господи? Это... О! Файзер. Вот, видали? Вот тебе фантом, блин. И за патронами надо следить, блин.
польза. Боже. Да что ты не стреляешь-то? Такое? Где моя наркота? Не это. А чего у меня больше? Я все оружие растерял. Блин, еще вот это падла. Но он трусливый какой-то. Он сейчас будет здесь. А у меня все оружие там осталось. Ну-ка попробуй его. Да что он так не перезаряжает-то? Куда он делся? Пошел ты. Так. Нет. Давай, бери. Вот так, поняли, да? Блядь, что ж такое-то? Как это страшно-то. Так, небольшая пауза. Так, а где этот, блин, чудик? Ребята, я реально... Иди сюда, моя любимая винтовка. Я думаю, я живым не доберусь. Ну, хотя... Да, что ты делать будешь-то? Да, мне надо срочно перезаряжать эту винтовку. Потому что он от меня не отстанет. Ух. Хотел я было сделать это. Так, ничего не потеряли? Не, что-то потерял. Вот. Все, сваливаем. Сваливаем, сваливаем. Я вот боюсь вот это что, вот это такое. Ух ты! Ух ты! Нифига себе! Патронов сколько осталось, я даже не знаю. А, да, они точно, они же здесь у меня. Так, нахрен. Вон они еще. Все, ну тут уже выход-то рядом, блин, господи. Бежим, беги. Кто не бежишь? Выдохся. Вот так что на... Народ, вот такие дела. Вот. Короче, да, уже не страшно. Уже не строим кирпичные заводы. Запасная. На всякий пожарный. Тут еще целая обойма, поэтому я спокойно. Я думаю... Ой, ящикин кот-то. Я думаю, мы дойдем. Что тут такое? Ах.
Прям большая куча всего, чего мне надо. И чего не надо. Чего не... Подожди, а что я... Не могу. Это что? 9.18? Я мужик напугал. Тут только зажигалка, что ли? Ну ладно. Ну вот этот, кстати, что это? Это нам пока возьмем. Тоже, наверное, возьмем. Этот на ППШ. Я не знаю, он копейки стоит, но я уже тут буду дома. Положится сюда. У меня нет места в руках. Все. Мужик. Блин. Больно. Ой, ёшкин кот, то что такое? Подожди. Что-то мне там. Тихо. Вот он. Опа. Эй, красавчик, что это такое? Пустышка. Супер. Два одинаковых диска, парящих. Заберем. Все, валим. Как-то обойти надо. Так. Тут где-то тоже фантомы были, но я что-то их не вижу в последнее время. Поэтому можно спокойно чухать. Короче, эффективность вот этого дробовика, это так себе, честно говоря, вот серьезно. Но я надеюсь, что я приобрету себе. Есть же автоматический дробовик, правильно? И там он в магазине есть, поэтому можно его взять. Так, сделаем. Главное, калаш не потерять. Вот. Автоматический дробовик взять спокойненько. И с ним будет повеселее, я думаю. Потому что этот перезарядить, оказывается, я забыл, что ли. Я запутался в руках. Запутался то, что у меня предмет был в руке. И фактически невозможно было... Нету энергии, все. А можно еще выпить? Господи, в жизни Red Bull. Это же Red Bull, правильно? Тут Red Bull. Короче, сдохнем скоро от этого Red Bull. Да, дал энергию. О, этот ящик мы видели, интересно? Мне кажется, не видели мы этот ящик. Тихо, тут здесь. Что такое звук? Как будто... Угу. Вернемся сразу. Ну, в принципе, патрошки. Заберем. Заберем. Патронов мало не бывает. Все, погнали домой. Все, напрямик идем домой. А, я так и не запомнил, где есть где. Что? Ну, в смысле, по карте. Кто помнит? Эй, по краю, по краю. А, я имею в виду по карте, что когда выходишь в зону, куда я шел-то, в болотке или на шоссе? А мы сейчас увидим, откуда. Это шоссе, по-моему. Так что, шоссе. Вот я всегда беру предмет, он нажимается одна кнопка, а я обе держу. Зачем, не знаю.
звуки, конечно. Ну, вообще странное место. Ой, привет, чувак. Я хочу тебя кукнуть. Так, а чё у меня в плечо не упирается? Где мой прицел? Побежал. Да. Тогда, когда я начал играть без фантомов, было все. Ну, в смысле, они были, оказывается, отключены. Не оказывается, а... Я, видимо, что-то не мог... То ли не мог пройти миссию, то ли что, я не помню. То ли страшно было. Не, реально палевно было. Кто не играл, тот не поймет меня. Кто играл, тот может написать в комментарии об этом. Только ничего не понимаю, что страшного, конечно. Так, кейс здесь. Да, опять. Вот вся суть этой игры, это вот в этом месте. Я думаю, мы это говно продадим. Так. Нам надо нажать какую-то кнопку. Нет, вот эту, наверное. Вот. И... Нет. И снять. Снять. Вот, снять. Я сниму его, потому что я его сейчас понесу на продажу. Не хочу я его больше. Не понравился он мне. Вот. И так. Ну, мы здесь его бросим пока. Калаш у нас за спиной. Вот это мы чудо. Чудо, мы это сейчас почистим. Я не знаю, сколько надо масла. Тоже, кстати, напишите в комментарии. Много... Народ много очень играет в эту игру и уже шарят, что к чему. Молодежь особенно. А я так, любитель. Исполнитель. Да, я думаю, что чищенный он дороже стоит. Продажи. Так, он еще не синий. Вот он синий стал. В принципе, и все. Если он синенький стал. Бумажки здесь. Значит. Так. Не в эту сторону. Значит, берем в этот. А, здесь есть. Так, все. Закончилось. Не, прикольно так сидеть, чистить автомат. Я говорю, вся соль игры это. Большая часть времени, короче, проводишь здесь на базе. Чистящий автомат. Да, еще одну нужно. Чем ты, короче, занимаешься, но не находишься в зоне отчуждения. Так. Да, прекрасен. Он прекрасен. Я не знаю, если вдруг смотрит меня тот человек, который служил со мной в армии. Я помню, в учебке он не мог сдвинуть предохранитель. Он его нажимал сильно к автомату. А здесь такие есть. Где-то, не знаю, на этой модели есть. А, ну у нас не АКМ будет. А, это... Что это? Подожди. А, АК-74. Ну у нас такие были, по-моему. Наверное. Так. Это мы продаем, это мы продаем. Я, честно говоря, что-то с патронами я еще, честно говоря, не разобрался. Я, наверное, здесь их всех сейчас положу, потому что рюкзак реально надо будет собирать под какие-то другие значения, потому что, вот, допустим, если дробовик я сейчас куплю, если мой левел повысится, то, конечно, было бы здорово. Их все надо будет... Ну, 9-18 под пистолет обязательно. 9-18 до звуковой. Что до звуковой? Это трассирующий, я так понимаю. 9-18. 9-18. Все, 9-18. Вот так. Тоже 9-18.
Это уже 7.62.25. Тут у нас есть пачка. Это вообще для чего? Я не знаю, для каких-то пистолетов. Так, бапа-бапа-пам. У нас полная. Так, застряла рука. Так, вот так. Нет, это тоже полная. Да что ж ты? Вот так. Угу. Так скажем, коробки освободим. Ну, пусть здесь лежит также. Икс. Это у меня типа здесь не заполненные коробки, здесь пустые, а здесь заполненные. А, супер. А зачем я это взял? Так. Я их вот так и положу. Да, это одинаково, да. Пусть лежат так. Не хочу уже сортировать. Так, дело у нас дело. Шито крыто. Сюда. Тоже сейчас потом распределю. Блин. Здесь они у меня есть, по-моему. Вот они. Вот так поставлю. Пока. Ну вот 357, честно, вот я не знаю, нафиг он нужен. Я не думаю, что я буду с 357 ходить. Это так себе. Тут же у кого есть. У меня, кстати, где-то патрончики зелененькие были вот эти. Нет, это что? Это у нас большой калибр. Это 51, да? 7.62, 51. Ну, натовский, да? Да, натовский. Специально, блядь, сделали, чтобы не подходил. А этот... Вот этот. Подожди. Это что за... 7.62... А, 39. Это вот к этому. Это к этому. Да. Не ебайся. Так, а вот этот... Вот этот патрон. 9.39. Ну да, с острым наконечником. У нас так, ну пофиг, пусть стоит здесь. Тут еще у нас тоже, а вот это АП, это у нас бронебойный. Так, попробую сейчас взять вот так, переместить бронебойный, нам туда я положу. Я не знаю, буду я ей пользоваться или не буду, тоже. А это что у нас? Так, вот кстати баллон. Лично их покупаю. Стой, не падай. Так, и вот 357 то же самое. Навряд ли буду. А нафига тогда я их продам? За копейки какие-то дадут. Ну, кстати, у меня здесь на столе валяются. Они. Вот они. В смысле, не подходишь. Так, понял. Пусть валяется дальше. Короче, на продаже. Все на продаже. Да, и напишите насчет кассет, я что-то так и не выяснил, что там в этих кассетах можно такого. Я знаю, что их сюда куда-то вставлять или вот здесь можно. Выключить. Падла, выключись. Точно. Я что, плеером как будто не пользовался никогда. Ладно, ну, короче, кассета исчезает, когда это... Я тогда, получается... Это какая-то музыка. Я знаю, что здесь вот тут что-то можно... Какие-то сообщения. Но для чего они, я так и не выяснил. Все, пойдем. Пойдем продавать и завершать миссию. Стоп. Найди мое кольцо. А вот оно. Кольцо все власть. Ставим тут. Надо не забыть продать. Так, ремонт, доставка.
Отстав. Я дебил. Доставка чего? Доставка кейса. Я его где-то пофукал. Ну я же зашел с ним. Так вот он лежит. Чё ты? Все на месте. Я уже в кабеле запутался. Просто три раза уже перед... вокруг ног обернулся кабель. То есть, насколько я помню, эта миссия мне даст левел. Так, сдать. Опа. Yes. Принимаем, конечно. Ну, еще 6 косарей, почти 7. Но мы еще сейчас заспекулируем. Мы... Да что ты застрял-то? Мы продадим этот винторез. Фонарик, который я нашел на полу, вполне пофиг. Ну и что, что он чужой? Кстати, да. Так, неудобно, конечно, здесь. Вот какое я оружие хотел? Вот. О, типа вот такого, да? Не, подожди. Это что, это спас? Я даже... Я что-то не знаю, кстати, спас. Что вот получается, вот это и есть. Так, вот такой у меня был, вот я его выставляю на продажу. Такой тоже я таскал, это тоже тайга стреляет автомат, автоматически. Но я вижу, так, сейчас почешем. Так, вижу только на Сайгу короткий магазин, а где длинный? Боеприпасы только вот такие, да? Хотя нет, подожди, это... черной полосой, а этот с красным. Ну, с красной это дробь, а с черной что? Пулевых, все, то есть пуля и пуля, картечь, окей. Хорошо, ладно, фиг с ним. Давай сначала, сколько у нас там, штукарь, калаш тоже закинем, потом цены посмотрим. Так, мой ящик, обои мы тоже нафиг. Да, я знаю, что там патроны можно было выложить. Эти тоже продадим, потому что я не буду ими точно пользоваться. Вот это интересно, сколько будет стоить. Ну, мы сейчас посмотрим, там, по-моему, цену распишем. Ах, это недорого стоит. Это что? 9.19. Что он... Что 9.19 у нас делает? 9.18, подожди, какой мне... 9.18. Так, вот это тоже продадим. Что это? Пойму, арку тоже продадим. Блин, ну игрушку я не буду продавать. Сколок. Сколок Всевластия. Ценный артефакт. Тоже продадим. Личное дело. Вот сколько личное дело стоит? Что-то там стоит, наверное. Так. Это у нас на КМ. Мы с АКМом будем бегать, да, я думаю. Нафиг, мне это тоже продали. Старый АКМ. Я не знаю, мне раз, два, три. И тут 4, 5, 6. 6. Так, у нас не стоит. 5.45 я тоже не буду. И патрончики типа. Да и тоже думаю, не будет. Вообще надо их всех продать. Я как этот барыжник понасобирал себе. Все, да? Не, игрушку я не буду продавать. Кстати, сколько она стоит? Сколько там? 532. Она бесценна. Нет, подожди, что, серьезно? Да, в натуре она бесценна. Так что игрушку продавать не буду. Ну еще чего. Вот это сколько кольцо стоит? Ну и хрен с ним.
Так, давай смотреть в монитор искра, что у нас получается. Иш пищу, АК почти две, ну это все фигня, портативный контейнер, две штуки, по 225 баксов, то есть, ну, их стоит, в принципе, нести. Секретные документы можно собирать с собой, ну, осколки, понятно, по 300 баксов. В принципе, стрижка 300 баксов. Да. Все, давайте, подаем. Это банка бесценна тоже. Графитовый грейсер. Да, а что, что не ставишь? Так вот так. Не, ну какая-то... О, пусть стоит. Ну, главное, фонарик на халяву тоже продали. Ну что насчет оружия? Дополнительного оружия сюда. Сюда вот это что? Я не знаю. В принципе, патронов до хрена. Ну, 357, кстати, вот тоже. А, ну это Рекс. Окей. Desert Eagle. Нет, хрень. Блин, еще и цены инфинитивные. Так. 1270, да? О, я могу теперь купить СВД. Так, это я уже сейчас задумался. У нас есть Мосина. 762-54. Это тоже 762-54. И обойма. 8400. Ну, я не вижу. Блин, я не знаю. СВД, конечно. Получается, основное оружие у меня здесь. Основное оружие, да? Пистолет. И... сюда. Я хотел дробовик взять, мне кажется, автоматический дробовик. Так, ладно, 9.39, что? О, короче, надо еще денег заработать, на это по 15 тысяч. Гроза, вообще гроза, что у нас имеет? Так, почему мне фонарик не светит? Ага, ну, короче, ладно, фиг с ним. Я предлагаю все-таки взять 12.70. Сайгу. Сайга пойдет. Или вот это. Вот это тоже автоматический. 5500. А, там 5 уровень нужен. Ну, тут автоматический, я думаю, да? Давай возьмем вот этот. Я думаю, этого пока хватит. В принципе, патронов у меня достаточно. Да, он... И да, он... Все. Да, сейчас. Так, как? А. А, ёшкин кот, это же другие патроны. Да? Почему мне показалось, что это? Ладно, все. Все, почесали. Ну, я думаю, здесь больше ничего не надо. Так, народ, сейчас я посмотрю, ну, что у нас тут творится. Да. Я думаю, на этом мы видео закончим. В принципе, получилось... три видео серии похода вот этой миссии. Забыл, как она называется. Так, сейчас фонарик выключим. Процесс не начато. Так, ну, короче, он там с три видео назад. Получается, что мы ее завершили, получили четвертый левел. Тут должна будет еще появиться миссия какая-то. То есть вот это все такие миссии левые. Чисто денег заработать. Вот, например, на Первомайское шоссе. Первомайское шоссе. Или, ну, тоже Папарацци 2. Я думаю, что сделать снимки тоже фотографом поработать. У меня уже где-то видео есть. Там я ходил, быстро вылазка. То есть это чисто такие миссии. Потом получаем доступ на доступ пятый. Я только единственную, все в порядке с тобой? Это если что, если вы понимали, я поставил руку на пояс сзади, на спину.
Почему так? Ну ладно. Так. В принципе, мы будем готовы. Ну, я думаю, уже на следующее видео. Я сейчас поковыряю, здесь разложу. Я думаю, это скучно. Хотя, многим интересно. Я, допустим, сидел, смотрел. Да, кто спрашивает? Никто не спрашивает. Но скажу, что это артефакт. Сами почитайте. Кстати, у него тоже есть, оказывается, прочность. Но я его не использую. В принципе, я хожу там, где я знаю. Ракетницы. Дымовые шашки. Тоже. Почему он здесь делает? Смысла их продавать нету. Это я вообще зачем принес, не знаю. Так, блин. Упади. Так, все. Так что, народ, подписываемся на канал. Следите за продолжениями истории в зоне отчуждения радиус. Смотрите еще, кстати, у нас там на плейлисте много еще... Ну, еще немного, но уже есть какие-то интересные игры, такие как симулятор супермаркета. Также есть My Summer Car. Многим эта игра зашла в плане интересности. Финны создали такой шедевр в кавычках. Ну, не, в принципе, почему нет? В финской провинции ты живешь в какой-то деревне и копаешься в машинах. Ну, что-то типа на механика похоже. Но механик — это такая чисто специфическая игра. А там, я вообще не знаю. Ну, знаю, что разработчики, которые делали ту игру, My Summer Car, если я не ошибаюсь, они участвовали в разработке игры шедевра Max Payne. Такого шедевра, как Max Payne. Так что, все, на этом, я думаю, всем пока. Увидимся в следующей серии с новыми миссиями. Пока.